И теперь секрет этого фокуса. Смотрите. Нужна абсолютно обыкновенная колода карт. Неважно какая. У меня просто пластиковая, очень дешевая колода. Для покера. Но ей очень удобно показывать фокус. Карту никакую заготавливать не нужно. Ничего. Выбор зрителя, правда, произвольный. Вот стоп, например, здесь. Возьмем вот туз бубы. Очень красивая карта. Так. Показываем здесь. В то время. Переворачиваем нижнюю карту. И оставляем вот в таком вот положении. Одна карта перевернута. Все остальные нет. Далее. Показываем вашу карту. Говорить, что нужно запомнить. И всовываем ее как будто в неперевернутую колоду. На самом деле, она уже перевернута теперь. И всовываем. Потом, когда вот так трясет, вы переворачиваете вот так, чтобы все карты были в нормальной позиции, а нижней нет. То есть вот так берем и перевернули. Потом говорите, что вам нужна нижняя карта. На самом деле она вам не нужна. Но чтобы скрыть то, что она перевернутая, вам нужно взять вот так и открыть. Потом суньте в любое место колоды. Прямо сюда. Далее переворачиваем вот так и ищем вашу карту. Это на самом деле ваша карта, но мы никому об этом не говорим. Видите? Это ваша карта. Но, когда мы делаем вот так, ставим брейк под нижнюю карту и ложим наверх. Ну, может кто умеет делать двойной подъем. В общем, берем две карты. Вот. Говорим, это ваша карта? Они говорят, нет. Мы говорим, как нет? Это невозможно. Ложим наверх и берем одну. Говорим, ну вот, смотрите. Возьмем там волшебную пыль, или можно попросить зрителя сделать магические движения, там, звуки разные. Разные там. Абракадабра. В общем, карта будет и его. Вот такой вот простенький фокус. Не снижайте за качество, я уже говорил. Ставьте просто плюс, это мне очень нужно.